Банда серийных домушников промышляла в Туркестанской области. В 9 преступных группах орудовали 22 злоумышленника. За полгода домушники успели обнести около 100 квартир. Грабители работали по одной схеме. Проникали в квартиры, пока хозяев не было дома. Похищали деньги и золотые изделия. С начала этого года в Туркестанской области зарегистрировано 236 квартирных краж, раскрыты 199. Летом большинство горожан уезжают на отдых. Воры этим пользуются. Если вы вынуждены оставлять жилье, необходимо закрывать двери, запереть окна, не оставлять ценные вещи на виду. По возможности установите решетки, охранную сигнализацию, камеры видеонаблюдения в доме и во дворе.